Дошираки. Сыры. О, нифига себе. Сыры нормальные даже есть. Варенье. Это что-то какие-то сушеные кальмары всякие. Не знаю, что это. Вино. Но здесь дорогое. Да и дешевле не бывает. Вода. Что же вода? Так себе. Кофе. Шняга. Соки. Йогурты. Какая-то всякая ерунда. Чувак на кассе. Кофе. Опять. Так, надо полуфабрикаты все. Чаи. В отличие от других азиатских стран, практически все без сахара. Напитки какие-то. О, алкоголь. Пивчик. Это все уже зарубежные. Крымских нету. Как так? Это чувак на кассе. Ну, не будем отвлекать. Ну все, до свидания. Булочки, хлеб.